Привет! Сегодняшнее видео будет по запросу. Меня попросили сделать макияж в стиле Джули Робертс. Если вам интересно посмотреть, как я буду делать такой макияж, то оставайтесь со мной. Сразу хочу сказать, что этот макияж можно использовать в повседневной жизни. Он очень простой и легкий. Так что оставайтесь со мной. Я нанесла уже тональную основу. У меня тональная основа от Inglot в 41 оттеночке. И припудрилась я пудрой Art Deco. Она у меня уже, к сожалению, имеет неприглядный вид. Оторвалась зеркало, но я до сих пор ей пользуюсь, и она меня устраивает вполне. Также под глаза я нанесла кофейный ролик от Garnier в оттеночке первом у меня. И все, больше ничего не делала. Вместе с вами я сделаю еще коррекцию, то есть я выделю скулу. Наверное, это я буду делать пудрой от MAC. И возьму я вот такую минеральную. Она немного идет с шиммером. Вот такая. Комфорт. Называется она Комфорт. И буду использовать вот такую вот кисточку скошенную для того, чтобы выделить скулы. И в качестве румян я буду использовать румяна от MAC Blush Baby. Здесь я буду использовать вот такую вот. И нанесу румяна на яблочки. Вот такой румянец. Дальше макияж глаз у Джули Робертс очень простой. Практически никаких сложных макияжей ее визажисты ей не делают. Все как-то очень сдержанно и просто. Для такого макияжа я буду использовать вот эту палеточку. С ней я еще не делала макияжа, поэтому вот решила сегодня... Вернее, с ней я не снимала видео макияжа. Макияж я делаю с ней себе каждый день. Возьму кисточку вот такую вот. И на все веко я нанесу... Так, нанесу какой-нибудь нейтральный оттенок. И пусть это будет матовый оттеночек. Думаю, что вот такой вот. На все веко я буду наносить его. Под бровь. Вот. Дальше я буду наносить на все подвижное веко серый оттеночек. Буду наносить его только до косточки. И не выходить, и не растушевывать за пределы косточки. Кисточку я возьму, опять же, этой же.
Серый оттенок достаточно такой приглушенный, то есть не темный, не яркий. И вообще это большая редкость, чтобы в макияже Джулии Робертс присутствовали какие-то темные оттенки. Все очень натурально и легкое. Мы нанесли серый оттеночек, и растушевочной кисточкой я просто немного вот растушую здесь границы, но опять же не выходя за косточку. Этот же оттеночек я нанесу и вниз, по нижнему ряду роста ресниц. И нам осталось сделать стрелочку. Стрелку Джулии Робертс никогда не выводят ни за линию глаза, то есть ее рисуют четко по линии роста ресниц, не заводя дальше. То есть прорисовывается только ресничный край. Я сделаю это карандашом от Lancôme черным. Можно растушевать это. И лучше, конечно, пройтись подводочкой для большей яркости. Я, наверное, это сделаю. Вот у меня есть лайнер от NYX. Этот лайнер шел в наборе. И осталось накрасить реснички. Ресницы я буду красить тушью от Maybelline. Для того, чтобы оформить брови, я буду использовать подводку от Catrice. Дело в том, что форма у Джулии Робертс отличается от формы моих бровей. Ее брови имеют практически одинаковую толщину. То есть они вот в конце такие же по толщине, как и в начале, и они чуть длиннее, поэтому мне нужно будет подрисовывать, и я буду использовать эту подводочку, и кисть буду я скошенной кистью буду это делать.
Понятно, что идеально к ее форме я не приближусь, но я, в принципе, не хотела бы иметь такие брови, как у нее. Мне кажется, что очень долго они вообще были какие-то неухоженные у нее и бесформенные. Сейчас немного вытру там, где у меня попало больше средства. Итак, наши брови готовы. Я немножечко их сделала потолще. И теперь мы будем... Нам осталось только накрасить губы. Опять же, я буду пользоваться для коррекции губ карандашом. Вот такой вот оттеночек, абсолютно нейтральный, из дешевеньких карандашиков. Но он очень хорошо подходит по цвету губ, к натуральному цвету губ. Что я буду делать? Я немножечко скорректирую вот эту часть, то есть я уменьшу, у меня достаточно правильно выделены здесь верхняя губа, у Джули Робертс она более плоская, и получается, что ее нужно сравнять здесь, немножечко соединить их. То есть такая губа практически прямая у нее. И в качестве помады буду использовать из набора NYX такой вот бежевый нейтральный оттеночек. И воспользуюсь кисточкой для губ. Вот такой простой макияж у нас получился. Абсолютно ничего сложного, все очень просто, но так красится Джулия Робертс, так красят ее визажисты. И на самом деле это очень даже вечерний вариант для нее, потому что даже серые тени на все подвижное веко, большая редкость. На фотографиях Джулии Робертс я таких макияжей увидела буквально парочку.
Надеюсь, вам понравилось это видео, и спасибо вам огромное за внимание. Я это очень ценю. Всем пока!